Не-не, не мукбанг. Чавкаю жвачку. Ой, Костылева, как же ты нас разочаровала. По-прежнему буду вас защищать. Как говорится, дорвалась до бесплатного. Ну, я не считаю, что это халява. Даже с металлоискателем ходить по берегу и найти что-то очень ценное и дорогое – это не халява. Это минимум статья, если тебя спалят. И большой труд и риск. И не факт, что что-то найдешь. А от ваших хейтеров я получила целую массу хейта со своего канала Светлана Спайдервумен. Я не раз в вашу пользу записывала видео. Если вы меня смотрите, если вы меня слышите. Я передаю большой привет вашим двум дочкам. Я искренне желаю вам заняться Махсудом. Он у вас становится неуправляемым. Я искренне желаю вам поставить ультиматум Магомеду. Либо мы женимся, и ты живешь официально, либо ты уходишь. Потому что любой итог юридический. А юридический итог – это смерть, свадьба, развод, похороны. Все имеет юридический итог. По факту вы дома, ну, извините, это прихлебатель. Еще запреты какие-то ставят женщине, которой ему никто в ее доме. Это все со стороны. Вы не создаете впечатление глупого человека. Да, вы кривляетесь, вы чавкаете, это все что-то изображаете. Сегодня посмотрела вот видео ваше 20-21 года. Вы такая уютная, теплая, самобытная, добрая женщина, которая очень любит поесть и которая вот дорвалась до того, что чего вам не хватало в жизни. По вам видно, что для вас колбаса только по праздникам, пельмени только по праздникам. Для нас это было то же самое. Мы из обычной семьи, библиотекарь и швеи. Мы тоже пережили те времена. Мне тоже, как и вам, 38 лет. Мы тоже пережили те времена, когда по полгода не выдавали зарплату. Я тоже люблю золото. Золото люблю. Люблю эти вот татарские сережки. Я, правда, все подбираю под гарнитур. Я все понимаю. Но это был ваш пик. За сегодняшний день вы посмотрите комментарии. И если вы всех будете блочить, как и меня, за то, что вы переблочили половину народа за то, что они просто выразили свое мнение для вас в пользу, чтобы вы немножечко глазки открыли. А хейтеры вам по-прежнему пишут. А хейтеры по-прежнему вас засирают. И им есть место. А теперь представьте себе, вы сейчас их всех заблочите. Кто будет вас смотреть? Кто вас будет комментировать? Вы сами себе пилите сук. Вы добиваетесь того, что от вас массово. Сначала порядочные люди будут отписываться, потом серединка на половинку, а потом и хейтерам вы станете не нужны, вас никто не будет защищать, и хейтеры тоже потеряют к вам интерес. Вы идете полномерно в штопор. Сытая жизнь прекратится, и вы останетесь у разбитого корыта. К сожалению, но это легко спрогнозировать. Берегите себя и своих детей. Личная жизнь имеет право быть. Но официально, серьезно, ну не 15 лет вам уже в розовых очках ходить. Всего вам доброго.